Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем премьер-министра Турции Тургулом Тюркешем. В ходе встречи президент отметил, что Турция является одной из близких и братских для нашей республики стран. С момента обретения Казахстаном независимости наблюдается рост и развитие взаимоотношений во всех направлениях. В свою очередь, Тургул Тюркеш поблагодарил главу государства за прием и передал слова приветствия от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Зампремьер-министра отметил важность роли Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.